Бюджет города Чебоксары был и остается социально ориентированным. Поддержку получают те, кто больше всех в ней нуждаются. Так участникам и вдовам погибших в Великой Отечественной войне, о которых некому позаботиться, мэрия помогает делать ремонт в квартирах. Хозяйка этой светлой и уютной квартиры – участница Великой Отечественной войны Анна Константиновна Бычкова. Осенью ей исполняется 100 лет. В ее доме сделали косметический ремонт, поменяли обои, двери, линолеум. На это время родственники забрали Анну Константиновну к себе. Обновить квартиру помогла администрация города. В администрацию Ленинского района поступают заявки от участников ветеранов Великой Отечественной войны. По данным заявкам специалисты администрации выезжают на адреса, подготавливают смету. После этого мы закладываем в бюджет города по выделению средств на ремонт ветеранам. Мы в основном ремонтируем квартиры одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам. Только за 3 прошедших года администрация Ленинского района города Чебоксары произведена ремонтная работа по 18 адресам. В квартире Сергея Александровича Тюмерова ремонт еще продолжается. Здесь полностью обновляют ванную комнату. При проведении работ мы согласуем все виды материалов с ветеранами, учитываем их мнение.